Так, ну что, братья казаки, опять понадобилась наша помощь. Заступаем мы сегодня в дежурство по городу. Центр нам отдали полностью, от Куйбышевского рынка до центрального рынка. Заступаем один сотрудник полиции и двое нас пока. Ну, как обычно, следуем статьям. 20-20 употребление спиртных напитков. Потом статья появления в общественных местах, вообще состояние опьянения. Мелкое хулиганство. Ну, соблюдение правил по знаку и запрету курения. Ну, это вы все знаете, то есть статьи уже не первый раз, да? Ну, на сегодняшний день что я хочу? Мы добровольно заступаем, как ДНД, то есть как простые граждане, скажем так, без денег, без ничего. На сегодняшний день что у нас? 6-я больница уже, мы там сотрудничаем, охраняем уже в течение 2 месяца. Завтра ребята заступают на 7-ю больницу, потом центральный автовокзал, потом больница Симашка. Потом 51-я армия район и Матызалки тоже наши ребята контролируют. Ну и вот сейчас к нам обратилась полиция, чтобы мы им тоже помощь предоставили. Так что давайте не посрамим тогда честь казака. Правильно, Василий Георгиевич? Так точно. Все, так что это... Может, вы что-то скажете, как старейшина, Василий Георгиевич? В двух словах, чтобы... Хочу сказать, что внешний вид у нас нормальный. Соблюдение законности, обязательно вежливое обращение с гражданами. Ну и в общем все по закону.